Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это самое наипервейшее запуск игры «Чучел». Игрушка старенькая, это моя любимая аммонита, которая в последнее время ведет себя плохо. Но дело не в этом, дело в том, что эта игра давным-давно у меня в моей котомочке. И знаете что, я, во-первых, хочу сначала посмотреть, где у нас тут вот такое. Где у нас тут эти вот ням? Где у нас тут опции? Так, это что такое? Вишни, грибочки? Ага. Тихо, спокойно. Так, это те, кто ее создал. Так, Twitter, Facebook, дизайн, мерч. Так, ботаникулу мы играли. Машинариум тоже бы надо поиграть. Так, ну вот, пришлось мне просто-напросто выйти, как говорится, из игры и просто сделать звук потише у себя. Надеюсь, что это поможет. Так, я не знаю, что значит эта картинка. Давайте изучать. Короче, ага, тут у нас звуковые колоночки. Очевидно, кого-то надо разбудить, да? Так, твоя будилка не поможет, смотри. Отвали, отвали, птичка. Так, какие у нас еще есть способы разбудить? Ну, кроме самых очевидных. Отвали. Так, есть слон. Вот для чего нужен будильник. Вы думаете, что просто позвонить? Еще раз будильник вместе. Ага, он его выплюнул. А ну-ка. Там есть еще и молоток, понятно. Это что это было? Это были какие-то кошмарные сны. Ясно. А здесь что нам снится? Вишенка на тортике. Вот такая вишенка должна быть на тортике, а не то, что вы думаете. Так, все та же вишенка. Ага. Короче, друзья, я поняла. Я, как обычно, прохожу в слепом прохождении. Не знаю, о чем тут речь, но я так понимаю, что все дело в вишенке, да? Так, гномик. Гномик. Я поняла. Слушай, а тапочки не собрать больше? Так, давай ты разольешь воду на него. Слушай, очевидно, надо их всех подключить, да? Получено достижение утречка. Утречка. Короче, давай, включай. Заигрался. Блин, да как же тебя пробудить? Давай я тебя пощекочу просто. Там нам что-то показывают. Короче, надо, чтобы все было. Чтобы этот кричал, а это пело, да? Давай тебя попробуем. Ну, я не могу больше ничего сделать. А, во как!
кто бы мог подумать. Ну. Вишенка. Так, все понятно, ясно. Тихо. Забрали вишенку. Что теперь нам надо сделать? Ну, понятно, нет, мне это понятно, что надо с вишней что-то сделать. Ну, иди к ней. Так, тебя опередили. Так, подожди, давай сюда. Нет, в эту сторону. Да. Смотри, какая хитрая. Хорошо. Нет, подожди, мы сами справимся. Давай бегать. Ура! А что был за вопросительный знак? Может быть, это не подсказка была? Но мне кажется, что это была подсказка. Так, теперь мы должны... Бум, да? Тебе не кажется, что это дерево уже изначально стоит на... Что оно перевернуто? Ну, я понимаю. Давай мы его поднимем. Чего? Да ладно, не чешись, подожди. Не получается? Хорошо, тогда залезь. Да? Я так и знала, что это плохо закончится. Ты прям как та белка со своим желудем. Но только ты с вишенкой. Это, друзья, был только пролог. Это был только пролог. Компот. Ага, компот. Я тебя про то же. Верни его за нос. Либо поговорить, либо залезть. Мы должны все правильные решения принимать. Но я бы поговорила. Давай пошлем ее. А теперь разговаривай с высоты положения. Не. О, да? А что это? Так, нет, ну для чего-то это сделано? Oh,
Вот, теперь тебе пригодятся твои длинные руки. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да, давай. А, нет, ты обратно их сделал, эти руки. Так, слушай, во. Копай. А теперь можно и вытащить. А лучше наклонить, наверное. Оно наклонится, стукнет его, у него крыша уедет, и мы туда заберемся, да? Нет, оно... Шапочка! Так, понятно, не действует. Ну, давай вырывать. Я не знаю, что я пристала к этому знаку. Да, перепуп. Меняйся с ним на вишенку. О! Теперь на этом надо повиснуть. Давай этого повесь. Да нет же, повесь его на эту штуку. И что теперь? По-моему, игра зависла. Ну вот, все по новой. Давай, вытаскивай. Да перепуп, давай, перепуп. Короче. Вот, теперь ты должен... Во-во-во-во, да-да-да. Только вы должны сделать это все вместе. Может, все-таки поговорить? Ну, это шапманита, мы не будем говорить. Самое очевидное. Слушай, ну давай поговорим. Причем, иди ты. Да? Это было поговорить? Давай так поговорим. Это не то, что нам надо было. Зачем ты это выкинул? Поговори ты теперь. Это бесполезно. Так, ну что ж. Ой, не говори. Нет, только ты не засыпай, пожалуйста. Дело в том, что, наверное, есть какие-то действительно более простые способы взаимодействия. Но мы... Ну там опять же. Мы это уже повторяли. Но мы не ищем легкие пути. Сначала я буду пробовать самые... А, вот у нас тут ножки есть, да, туда. А куда мы еще можем? А, слезть. Отдернуть его за нос? Не-не-не. Это не подходит. Короче, бери давай эту самую штуку. Да. Теперь с этой штукой мы что можем сделать? Это мы делали, это мы... А побежать наверх с этой штукой? Какие еще есть варианты? Так, это мы уже пробовали, хорошо. Здесь... Ну, извини, извини, дружок! Ты не прав. Так, что ты можешь сделать? Ты можешь наверх залезть? А нет. Ну нет, это мы уже делали. О!
Ага, так, подожди. Ну-ка, выдери эту. А ты можешь с этой штукой пройти вот сюда? А сюда? Бесполезно. Бесполезно. Так, что мы еще можем сделать? А, прыгнуть с этой штукой. Во-во-во-во. Да нет же! Да? Точно? Хорошо. С таким подходом, что мы можем сделать? Давай теперь полезем наверх. Нет. Давай прыгнем. Вот, а теперь сюда. Вот. А теперь дискотека. Бат-пати. Куда вы дели вишенку? О. То есть это будет бесконечно? Ну, ты промахнулся. Да что такое? Это был лучший метод. Ой, 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 нет, это был не лучший метод. Конец фильма. Но нет. Ну ты зеленого-то выплюни. И. Так, а это что за оранжевые осколки? Птички. Так, так, это музыкальные птички. Так, смотрите, что происходит. Значит, это вот эта вот вся дорожка, которую мы должны с вами пройти. Вот оно в чем дело. А что вот это такое? Это, очевидно, какие-то достижения, наверное. Ага. Хорошо. Ладно, вернемся. Сейчас вообще ничего не поняла. Я так понимаю, что надо тут как-то лавировать, чтобы допрыгнуть до этого зеленого. Ну почти же прыгнули на трамплин.
Или нам просто надо... О-о. Вот, мы можем и выше взлететь. Нет! Это Флоппи Бёрд, короче. А, блин! Все, я поняла этот, примерно поняла этот принцип. Полетели дальше. О. Зараза. Сейчас опять щелбан. Рука бога. А как? А как? А вы тут все меня жрать будете, да? Нет! Зараза! А как же тут быть? А, он меня выплюнул в нужное место. Ага. Хорошо. Значит, к тебе. Нет. Нет. Зараза. А кто из вас правильно выплевывает? Нет, не ты, наверное, надо просто вниз. Ночные небеса. Ты меня будешь жрать? Нет, не будешь. Не знаю, может быть, здесь надо как-то коснуться каких-то всех этих штук. Вот она, вишенка, вот она, вот она, вот она! Сейчас мы полетим обратно сквозь все эти звезды. Ой, какой же ты мерзкий желтый джем. О-о!
оттуда, я ничего сделать не могу. Да-да-да, я все понимаю, здесь требуется ремонт. Ну, ясно, что не достанешь. Подожди, да все ясно. Ручку покрутить? Нет, это слишком очевидно. Давай посмотрим, что у нас тут. Есть кто дома? Здрасте. Да-да-да-да, привет. В рот? Не, ну давай поделись улыбкой своей. Это еще что такое? Тетрис, Пэкман, а это... Ну давай попробуем Тетрис. То есть. Красная дорожка. А, тебе надо просто убегать от нее. А он может сюда, интересно, задвинуться? Нет. Ну, ты здесь себя должен нормально чувствовать. Вот оно что! А, можно прыгать, хорошо. Это убийственный Тетрис! Опа. Ой, не, только не бомба. То есть нельзя, чтобы рядом падало, да? А как же быть? О, вот это бомбочка! Музыка, конечно. И... Я не совсем понимаю, что вот это вот тут такое. А что делать-то? А как мне спастись от этой огромной бомбы? Я ж не могу выстроить тут себе. Или если я подпрыгну повыше? Нет. А что делать? Давай сразу. Там еще смятка такая. А
Отсюда я, наверное, смогу прыгнуть с этой бомбы. Все, поняла. Сейчас мы еще раз взорвемся. Все, давай сюда беги. Короче, понятно. Надо допрыгать, пока там падают вот эти штуки. Но это бесполезно. Это я не смогу сделать. Ага. Все-таки не надо было прыгать по этим, а можно было с бомбы запрыгнуть. Так, улитка, что еще? У тебя есть... Там было еще три каких-то соревнования. Два. Так, все уже, все забито. Это Пэкман. Я Пэкмана не люблю, честно говоря. Ну да ладно. Съели. Ну, это еще не все. Ну, давай. А что надо делать? Надо съедать все вишенки, да? Я вот 100 лет не играла в Пэкмана. А, я думала, это все, а тут у вас прям банка с компотом. А че это вы убыстрились? А вообще-то все это происходит внутри огромной розовой кошки. О, еще не все. Блин, о нет. Давай вот смотри, сколько тут вишен. Куда ты пошел? Нет, точно всех надо съесть. Где я? А ты чё, автоматически, что ли, уже ходишь? Слушай, это банка с компотом, и, по-моему, с... Ай! Я не понимаю принцип Пэкмана! Не, правда, я никогда не играла в детстве. Я сразу ее не взлюбила, и мне она никогда не нравилась. Никогда не нравилась мне эта игра. А почему ты туда пошел? А ты не можешь вот сразу сюда пойти и сразу в компот? Они сразу так замедлились. Иди сожри весь все компоты. Может, мне его надо стрелками перемещать? Он перемещается стрелками? Да, перемещается.
стрелками. Я тоже плохо перемещаюсь. Этих вишен еще дурацких осталось. Да елки с палками. Ненавижу эту игру. Я ненавижу Пэкмана. Да черт, я же щелкнула. Сколько там еще этих вишен дурацких осталось? Да, почему вот он туда идет? Почему он туда пошел? Когда его туда не посылают? Я же вроде все вишни съела. И что теперь? Или что надо? Или надо вот эти сухарики съедать, которые здесь висят? Я не понимаю. Бесит! Убегай! С этой буковкой У проблемки. Почему ты туда идешь-то? Наконец-то! Ой, нет, столько не Пэкман. Так, давай свою последнюю. Что вот это такое? Забавно было. Я надеюсь, это все или будет еще второй, третий уровень? О-о-о! Прибили тебя! Нет! Давай, давай!
Блин. Зараза. Нет, ты рано радуешься, будет еще третий уровень. А-а-а! Беги! Зараза, он стал синий. А где я возьму синий этот цвет? А, вот так ты. Зараза какая. Сволочи. Чемпион, чемпион, блин. Ну, улитка. А, у нас есть 3 медали, мы можем выбрать кнопку. Нет! Вот оно для чего. Теперь мы можем крутить эту ручку, да? Ну-ка. Растеряли наши мускулистые руки. Нет. Отдай, отдай. Быстро положи. О, нет, это не то, что я хотел. Кстати, мы к этой улитке в рот не залезли. Так, уровень закончился. Что такое? Подожди, тут видишь, тут куча всяких знаков. Руками трогать нельзя, смерть, не влезай, убьет и так далее. Ты видишь, что написано? Да-да-да, видал? Я не могу. Давай еще раз. Кекел.
Ага, вот как мы сделали. Она все-таки была потяжелее, чем вишенка. Никаких чучелов тут. Так, ну это, по-моему, уже что-то знакомое. Так, то есть, ну слезь. Слушай, дай ты меня пропустишь. Но мне надо это всего вишню. Ага, смотри, тут не зря какие-то штучки висят. Расти давай. Так. Да не говори безобразия, не долезь, да? Да я поняла, что не долезь. Да, высоко. Потряси его. Ага, что делать с этим бабом? Да не жрать же! Ой! Нет, нас сейчас едят! Так, очевидно, это не дело. Хорошо, что будет с красным? Утка. Пошли, мы теперь утка. Мы не чучел, давай. Да я же не он! О, Ой, он его съел? А ну-ка, отдай обратно! Слушай, а раз мы теперь можем летать... Очевидно, это не выход. Так, ну раз мы можем летать. И при этом яйцо, что? Так, ладно. Слушай, в таком состоянии. Давай пойдем трясти еще зеленое дерево. Что отсюда? Да, мы сильны. Пошли. Мы вообще что-то можем делать?
Ну, вообще-то, это не то, что я хотела сделать, я хотела туда проехать. Нас опять не пустят? Там что-то упало. Пойдем туда посмотрим. Ага. Ага. Так, а туда... Подожди. Ты вообще ходить можешь? Паук. Пролезь наверх. Эх, черт возьми. Какой же ты странный. Ты не мог там задержаться, пока падал? Вот. А теперь сюда наверх. Нет, держись! Ага. А, смотри. Паук в паучном виде, и нам надо, чтобы нас было двое. А чтобы было двое, надо вот это вот съесть. Так, ага. Давай. Ты совсем не то, что мне надо. А что за фигня? Какой-то испорченный был Боб. Нет, нет, он говорит, я больше это есть не буду. Что это, подсказка? Чтоб я что-то поняла, что вы мне показали. Надо отдать что-то желтое. А, тебе надо что-то отдать. Может, тебе отдать моего лучшего друга? Ну, какие хитрецы, а? Так, давай я тебе отдам. На. Мерзавец! Ты просто мерзавец! О, да, о, да. Ну что ж, здесь довольно интересно. Можно всякие разные споты. Да, давай мы вот это еще стрясем, зеленый. Молли Попап, но дело в том, что еще там у него есть, который он... А, подожди, ну-ка. А мы можем сразу убежать? Нет. Попадает этому в рот. Чем бы ему закрыть рот, чтобы туда не попала эта ягода? Кто-то сейчас так сказал. Ладно, друзья, я тороплюсь. Время наше эфирное подходит к концу. Ну что ж, оставим обзор. Это был, опять же, обзор на чучело. Таким, какой он есть.
Да, вот именно на этом моменте мы с вами и остановимся. Продолжим, может быть, продолжим в следующей серии, а может быть и нет, потому что, честно говоря, из всех игр и монеты как-то мне, ну, пока что не очень. Насколько была, в принципе, довольно милая ботаникула и... Да-да-да-да, и даже Happy Game, последнее их творение, тоже было какое-то, ну, более компактное, что ли. Тут пока что что-то как-то, ну, прикольненько, но пока я не вижу особого кайфа. Но, тем не менее, друзья, я благодарю всех, кто это видео посмотрел. Это был обзор Чучела. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.